Доброго времени суток, ребят! Мы начинаем день с песни птицы. Я сегодня была очень приятно удивлена. Именно на этом месте, в мае, всегда поет соловей. Ребят, так это что, он, что ли? Ну, очень похожа песня. Получается, он тут живет круглый год. Ребят, встает солнышко, посмотрите. Ребят, у нас температура идет в рост. Сегодня у нас будет 10 градусов тепла. Это прекрасно. Так что посмотрите, голубенькое небо, чакушка. Сегодня пойдем гулять после обеда. Хотя не знаю, если успеем. Сегодня много дел. Чаки, побежали. Он так любит под дин-дрин бежать. Идем. Дин-дрин-дрин. Чаки. Дин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Просыпайся. Чак. Вот трава еще в таком легком инее. Чак, пошли наверх зайдем. Чакин. Пойдем? Пойдем. Вот здесь заберемся, давай. Только ты это, помогай мне. Будешь меня тянуть наверх? Давай. Давай, вперед. Давай, давай, давай. Давай, вперед, тащи маму. Давай, давай, тяни, тяни. Молодец, ребят, помогает. Вот так. Ну-ка посмотрим, что здесь. Ух ты. А воды что-то совсем мало. Посмотрите, как упала вода. Обалдеть. Упала. Прям. Вы помните, какая она бывает полноводная и бурная? И какая она сейчас стала? Мирная и мелкая. А летом еще больше уйдет вода. Ребят, посмотрите, как... Стой, Чак. Как искрится иней. Не знаю, видно? Не знаю, передает камера, не знаю. Чак. Солнышко, боже. Ой, какое же оно. Кто там? Ух ты, какая полетела. Кряква. Недовольная, что я пришла. Это она недовольство свое выявила. 100%. Земля немножко подмерзшая. Так что гуляем не по грязи. Ночью был минус один, наверное. Вот, а днем будет уже потеплее, 10 градусов. А вот какая красотка, ребят, смотрите. Бонджорно. Принчипесса. Эбелиссимо. Чао. Эбелиссимо. Коме? Белло, пьячи, чак. А, капито. Луи, браво, Анке. Молто браво. Си, си. Импортанте, ке капискану. Arrivederci, buona giornata. Ребят, вот такая принцесса. Все время я ее вижу с этим сеньором. Они гуляют, прогуливаются. Вот так потихонечку, не спеша. Не то, что мы. В общем, он сказал, что Чак ему нравится, что он тоже очень молодец большой. А вот тот вот Джек Рассел впереди, который, это агрессор. Вот его берут на поводок. Он постоянно на Чака очень злится, орет. А Чак молча на него смотрит и проходит. Чак вообще не знает. Такой молодец, Чак, да? Пойдем. Да. Ну вот, ребят, идет тепло, скажем так, тепло относительное, да? Нужно нам сейчас немножко потренироваться, побегать, укрепить сердечко. Все-таки операция будет, анестезия, и надо, чтобы сердце немножечко укрепить. Сейчас побегаем.
подаю ему витаминки укрепляющие. Ну, то есть готовимся к операции. Пойдем, Чак, пойдем, пойдем. Пойдем, маме, на работу, Чаки. Вот иногда быкует, как осленок вот тут. Да? Вот. В общем, ребят, что хочу сказать. Всем хорошего, отличного дня, отличного боевого настроения. И чтоб у всех все было хорошо. Пока-пока. Чаки, а ну остановись, деловой. Скажи всем пока. Иди сюда. Ну-ка, покажись. Так, что там у тебя, сопли? Ну-ка, сопли. Сопли. Мам, сопли. Все, ребятки, целую вас всех. Целую. Пока. Муа-муа-муа.